Да какая ностальгия, все алды уже померли давно, особенно с того времени. Особенно они на стрим не ходят. Да что такое? А? Так. Короче, нам надо 20 money bugs найти, да? И вернуться к выходу. О, мама домой пришла. Мам, ты колбасы купила? Ну? Кино какое-то, что? А. Блять. Вообще, что ли, дурак? Дай потише сделаю. Господи. Что жесть какая-то. Где Майнкрафт? Так он и так тихо сделан, ты чё? Почти на минимум. Чё за говно? Да ты чё, блядь? Подожди. Погода. Это погода так звучит или что? Ёб моё. Да общая громкость просто вот так. А чё тут летает кто-то? Чё-то я не хочу уходить. Я не знаю, как это чудовище выглядит просто. Там зомби рычит, лол. И паук, я слышу паука. Как это говно выглядит? Мне бы хотя бы понять. Оно должно летать, оно типа по этажам летает в коридорах. Сейчас оно прилетит, и мы пойдем. Почему я слышу? Я же не должен слышать ее. Ну, бля, я боюсь двигаться. Я не пойду, я пока не увижу, я не убеждусь в том, что она улетела. Я не пойду. Мне просто кричать нельзя, у меня соседи злые. Если я заору, мне конец. Чё? Чё? Чё за хуйня? Оно здесь. Оно на моем этаже. Чё за хуйня? Чё, блядь, с телеком происходит? Да где оно? О, бля, какая стрёмная музыка. Мебель трясется, когда она рядом. Я понимаю, но ее нет. Ее нет. Может, она застряла где-то? Да, ребята, Lost Ark, скачайте. Вот там реально весело. Да выходи уже. Да ну! Иди, да бля. Чё это? Да надоело! Сука, я иду. Да блять! Оно по-любому стоит, ждет меня. Сука. А я потихонечку. Ёбаный, блядь, дед напугал меня. Сука. Спасибо. Дахнул, спасибо тебе. А, можно глаз использовать. Чё? Куда ты, блядь? Куда ты? Ля какая. Да ёб... Как его использовать-то?
Чего? И где? Чё за... Ой, это что такое? Что? Какое-то ведро подобрал. Чё-то не страшно теперь как-то. Да какого хрена ты не мог зомби удалить? Чё за нахер? Оно рядом. Всё, пизда. Всё, пизда. Бля, там что-то мигает. Все, пизда. Ну ты уйдешь отсюда. Оно дверьми скрипит. Чё это мигает? А, блядь, это... Типа мебель так двигается. Моё кресло, кста. Оно тут. Оно тут. Чё, блядь? Его же нет! В смысле там крипер? Блять! Чё это за хуйня сейчас была? Чё это было? Чё это было, блять, это... Крипер, а ты здесь? Блять, его нет. Галлюцинации какие-то. Сука. Это был сон и паралич? Я что, уснул на стриме, что ли? Бывает. Хлеб. Серьезно, да? Хлеб. Ну ладно, пусть будет хлеб. Поставь сложность на мирную. А, подожди, реально же. Все. Там глаз был. А, вот еще глаз. Блядь. А, вот глаз, реально. Сделайте клип. Да там просто... А он что, не может больше... Подожди. А, вот. Блядь. Так, ребята, у нас проблема. У нас проблема. На этом этаже все закончилось. Надо сейчас как-то перейти на следующий. Вниз. Бля. Что-то мигает. Так кто там ласка, ебать? Нет у меня снюса, отстань. Глаз был? Да я не вижу их. О, нет. О, нет. Ой, бля. Чё, она сюда летит, да? И чё? Ой, бля. Да. Мешок был в комнате, я же подобрал. Я почти все мешки уже собрал. Валим, валим, валим на гелике. Нихуя не вижу, не вижу, вижу. Блять.
Что ты нахуй дышишь, дядя? Пиноккио ёбаный. Чего? Ранен? Что? Бежать? Куда? Чё? Слева глаз? Какой глаз? Ладно, побежали наверх. Где, блядь, чудище-то? Оно же где-то здесь должно. Алло? Оно вообще тут есть? Что-то я как-то уже не верю в его существование. Походу мы игру сломали, нет? Пять. Нахуй. А, последний! Мирная сложность, дядя. Так, а так и должно же быть, алё. Мне ж, блядь, сказали мирную поставь, чтобы зомби исчезли. Монстр-то должен быть на мирный. My daddy. В смысле нет, а нахуй вы мне тогда сказали мирную ставить, еще и молчите, блядь. Сейчас как сложную ебану. Блядь, чат 110, сами сказали это поставить. Да хуйня какая-то. Блять, сука! Срань ёбаная! Я думал, там стоит кто-то. Рестарт? Да надо рестарт-тарт-тарт до нурду. Давай, убивай меня. Где она? Хотя бы увижу, как она выглядит. Кость? Какая нахуй кость? Харе, уже переигрываешь. Тебя нахуй сейчас как в пермач пиздану, блять, умник сидит нахуй. Одно дело на стрим смотреть, а другое дело самому играть в это говно. Вот иди играй сам. Эксперт, блять, сидит психолог нахуй. Говна поешь. Дурачок. Да чё за хуйня, давайте переиграем. Проблема лишь только в том, что если сейчас выйду, оно сохранится. И как бы и все, и сломается карта. Мешок возле туалета проебал. Да я его не хотел брать, потому что, ну типа... Какая-то залупа получается. Скачай карту заново. Оно уже сохранил, бля... Я переустановлю. Всё, это быстро. Это быстро. Это быстро. Главное найти, типа, то, где я её скачал. Так, загрузки. Lost Ark. Нет. А, во, нашел. Пухчамп, нашел. Все, ребят, 2 секунды. Так. Савис, да? Угу. Опа. Опа. Оба, все. 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 Все, войти в игру. Все. Все. Все, дело сделано. Вот сейчас-то нормально сыграем. Погнали.
Пни блок питания компа, да посильнее, ничего не сохранится. Ахаха, блядь, смешно. Смотрите, stay in adventure mode. Адвенчура мода. Чё, блядь? Какой адвентюре? Это что значит? Дальность прорисовки на 5. Прорисовку. Вот это что ли? 5? Серьезно? Это режим игры нет. Я понял. Так, а сложность-то какая должна быть? Гамми моде 2? Блять, как там гамми моде-то пропит? Да ёб твою мать! Просто у меня ё не работает. А, чат. Дебил, я панель вызываю. Гамми моде. Ясно. Ну ладно, нормально. Давайте харда. Блять, заставка сейчас еще 2 часа теперь будет. Я. А можешь пропустить? Пока воды попью. У меня бывает такая хуйня часто. Берешь бутылку, да? Случайно ее так сжимаешь чуть-чуть. И она, естественно, тут как такая мнется, да? И остаются вот эти вот вмятины. Потом бутылку ставишь, она стоит 5 минут. И как щелкнет нахуй. Так, о, блядь! Вот эти вмятины начинают как бы выпрямляться. Расправляться, скажем так. У меня один раз так было, короче, я очень испугался. Она рядом стоит, и я, блядь, что-то разозлился и как пизданул ее. Ну, она, естественно, упала, разлилось все нахуй. Я так смотрю, ты заебал, беру и начинаю так мять всю. Сучка. Охуевшая, блядь. А, бля. Попить забыл, ну да. О, сука. Давайте сразу идем. Блядь. О, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. О, сука. Нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Блядь! Оно было там. Сука. Ага, сука, спрятался. Ключ? Сука, там еще и ключ был. Реально оно здесь было. Странно, что оно за мной не полетело. Ой, бля, это же хард. Оно должно быть умным. Преследовать меня там вся фигня. Так, ну оно улетело, значит можно бежать. Блять! Оно там опять стоит, сука. Вот она, гадость, стоит. А чё так быстро? Оно все еще там стоит. Она улетела или что? В хардмоде было прописано, враг передвигается быстрее игрока. Ой, бля.
Ля, сука, стоит! А чё она так странно ходит? Ну чё, идём? Подвал. Только нихуя не вижу. Темно как в жопе. Да тихо, блядь. Глаз? Да я не вижу. Где? Где вы глаз увидели? Да прикинь, ебаный ног, блин! Устал. Ты где, гадость? Тебя ж, сука, нет здесь, ты чё? И это называется быстрее игрока бегает, да? Блядь! Все, пиздец. Ну все нахуй. Залупа какая-то. Это вы называете летающая голова, да? Мешок в трубе был. Блять, вот еще. Ну да, получается. Ну, мы уже почти половину собрали. Так, все, не беги. Че он дышит? Устало ли оно рядом? Эй, блядь! Ёбаный в рот, сука! Ты чё, охуела, что ли, блядь? Ох, ебать! Блядь! Ну ты коза ебучая! Нахуй, нормал. Все, последний раз пробую в это дерьмо играть. О, нормально. Это так резко. Ее же не было даже. Ее не было перед нами. Почему оно появилось? Это нечестно. Это нечестно, сука. Так не должно быть. Ебаные баги. Почему дверь открыта? Да возьми ты мешочек. Фу, блядь. Это говно может напугать. А я расслабился, думаю, ну херня какая-то. Все равно не догонит. Ага, блядь. Сука, аж нога заболела. Ля, падла, блядь. Так, оно тут.
Вот тут оно. Ушла. Да? Ну да, получается. О, глаз! Ну, да. Так, здесь ничего не забыл? Ага, сука, прячешься, да? О, еще один. Блять! Ебать, да что ж такое? Это просто цветочек стоит. О, еще один. Ну, что ты трясешь? Есть глаз, нет? На столе это не мешочек, это просто ваза. Ну где ты? Да сука, тебя же нет здесь. Паршивка. Гадость такая. Гниль паскудного осла. Пойду наверх. Минус глаз. Да и ладно, сейчас тут найдем. Опа. Бля, да где лоза-то? Ой, уже 13. Нормально, чё нет? А вот и глазик. Да бери! Так, 6 штук. Штук. О, ключ. А это что? Базимент. Так, о, глаз. И подвал. Так, тут был? Тут был? О, сука. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай быстрее, что ты ковыляешь-то как черт? О-о-о. Еще 5. Вот здесь будет несколько. Оно сюда тоже, кстати, залетает. Чего, блядь? Не-не, это что-то не то. Ну, ёкалэмэнэ. Да что за... Ой, бля. Да возьми. Глаз? Да где вы там глаз увидели, блядь? А, вот. Да мне мешочки надо, у меня уже 3 глаза. Так, в подвале все. Блять, это вниз идти, да? Это залупа в подвале. Где она? А где она? Блять! Здравствуйте, я вас запугался, блять! Говно, залупа, гнев. Злость, ебля, ебля, секс. Блять, я испугался, да. Ух. Кто? Кто открыл дверь? Мама? А! Чё, куда 21? Ты чё, ебабо? Чё делать? И чё делать-то? Я уже перебрал. Перебрал немного денег-то. Не, ну деньги лишними. Куда бежать? Куда бежать? Да похуй, у меня 3 глаза. Беги на второй этаж. Дверь открылась. Да хватит. А начальную комнату? Побежали. Да беги! Он не бежит. Он не бежит. Да... Да... Ты чё завис? Дядь! И чё? А, напротив! Чё?
Найс, говорит. Чё, дело сделано, да? Чего? What? Подстава, ребят, подстава. Она здесь, дисконнект. А. Я уже напрягся.